Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор ксантановой камеди. Ксантановая камедь представляет собой гетерополисахарид с высоким молекулярным весом. Его основа цепи состоит из винил глюкозы. Простым языком, объясняя все это, можно сказать, что камедь ксантана – гелеобразователь и загуститель. Покрывает его защитная пленка от внешней среды, сохраняя влагу. Широкое применение данной камеди в косметологии. Состав похож на гуаровую камедь, но вязкость у данного продукта сильнее. Образовывая гелевую структуру материи, она оставляет ее подвижной. Общие свойства таковы. Загуститель, очищенный от натриевых и калиевых солей, не теряет форму. Натуральный биополимер, улучшающий вкусовые свойства пищевых продуктов. Консервант для хранения продуктов в холоде. Особенности камеди ксантана. Косметики таковы. Гелеобразователь для создания полезных для нашей кожи успокаивающих гелей с легкой структурой для более глубокого проникновения. В научных испытаниях показал устойчивость к некоторым спиртам, ПАВам и высокомолекулярным солям. Также не разрушает молекулярную сетку при резкой или длительной смене температурного режима поразустойчивость. Свойства синергии, присущие к ксантановой камеди, в растворах с глиной, порошком рожкового дерева, гуаровой камедь улучшает вязкость. При правильном хранении камедь может храниться в холодильнике очень долго. Эмульгатор для кремов. Создается однородно стабильная эмульсия, подходит для холодных эмульсий. Применение таково. Гель алоэ вера, гель от раздраженной кожи после загара. Крема облегчает процесс эмульсии, ускоряет действие кремообразования. Молочко для тела, маски, создает на коже защитную пленку, контролирует водный баланс кожи. Шампуни и смываемые кондиционеры для волос. Вот в таком пакетике мы отправляем ксантановую камедь нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!